Ну вот сейчас мы уже находимся в Москве. Значит, мы приехали группой наших товарищей. К сожалению, когда мы подали заявку, так сказать, на митинг на Красной площади, мы не учли многих особенностей нашей подачи на такие особо охраняемые объекты. Там надо, к сожалению, 3 месяца, что мы, в общем-то, подали. Митинг все равно будет, но он теперь будет в мае. Но так как мы обещали провести серию одиночных пикетов, мы их проведем, они будут проводиться в течение этой и следующей недели на центральных площадях города Москвы. Люди и возможности для этого есть. Я думаю, с завтрашнего дня все, в общем-то, и начнется. Мы донесем свою основную мысль с Кубани здесь, сюда, в Москву, нашему президенту Владимиру Владимировичу.